Здравствуйте! На телеканале общественной радио-телевизионной компании «Нальчик», «Калейдоскоп», программа о фактах, событиях, впечатлениях. И я ее автор и ведущий Евгений Сухомлинов. В сегодняшнем выпуске вы увидите вторую часть заключительного концерта Международной олимпиады искусств «Созвездие талантов». Надеемся, что эти телевизионные материалы вызовут у вас интерес. Оставайтесь с нами и смотрите «Калейдоскоп». Каншау Сатаев, постановка заслуженной артистки Кабардино-Балкарской Республики Раисы Корчаевой. Thank you.
Thank you.
Thank you.
награждения. Я с удовольствием приглашаю на сцену наших уважаемых членов жюри. От имени Организационного комитета нашей Олимпиады хочу поблагодарить всех наших замечательных гостей, которые приехали в нашу солнечную, любимую, дорогую Кабардино-Балкарскую республику. Вам спасибо за теплый прием. Главный Олимпийский комитет Академии творчества. Сегодня хотим сказать, что молодежь всего мира объединяются вокруг многих интересных конкурсов, фестивалей, творческих инициатив, потому что в соперничестве вот на сцене рождается истинная дружба. Люди, которые сегодня приехали в Нальчики, побывали здесь несколько дней, стали они близкими, родными. Они никогда не поднимут оружие против друг друга. Они никогда не скажут плохие слова в адрес друг друга. Ведь сегодня можно сказать, что представители многих народов мира были на этой сцене. Действительно, Нальчик стал центром духовной культуры. Хочется сказать слова благодарности в адрес наших гостей. На самом деле, огромное спасибо, что пришли и вместе с нами вот здесь, в Кабардино-Балкарии, в городе Нальчики, устроили вот такой большой, грандиозный праздник. Огромное спасибо вам. Огромное спасибо родителям, которые сегодня воспитывают и тратят время на то, чтобы творчески развивать своих детей. И вот эти таланты сегодня здесь, на сцене, они блистают. Мне кажется, очень знаменательно, что год в городе Нальчики начинается вот с такого знаменательного события. И отдельные слова благодарности организаторам Академии творчества Ауэсу Бетуганову. На самом деле Ауэс Абуевич не устает нас удивлять по-хорошему. И давайте мы все друг другу еще раз пожелаем долголетия и этому празднику, и нам всем вместе. Спасибо. Я от членов жюри хочу поблагодарить родителей, поблагодарить руководителей, поблагодарить участников за то, что они сумели вот в таком состоянии, на таком уровне приехать и участвовать в этом конкурсе. Это не первый конкурс, который проводится Ауэсом Бетугановым. География расширяется. Вы имели возможность сегодня насладиться теми номерами. По-моему, уровень тоже достаточно высокий. Хочу пожелать всем участникам, всем победителям, а у нас проигравших нет, у нас все победители, новых успехов в творчестве, в жизни, в работе. В заключение лауреатов и участников Международной олимпиады искусств «Созвездие талантов» наградили дипломами и медалями Международного артийского комитета. Наш эфир завершен. Берегите себя. Всего вам доброго.